Меня зовут Александр, мне 39 лет. Я вкратце, если предприниматель и многодетный отец. Но пока 4 дочки в наличии, 5-й ребенок в уме и 6-й под вопросом. Компания Томи. Я искал такой проект, поэтому кто ищет, тот всегда найдет. Я нашел свою нишу. Это было март 2019 год. Я где-то 18 лет занимаюсь бизнесом. С Южной Кореей тесно связан, мы продаем спецтехнику. Но я искал бизнес в интернете. То есть нарвался на рекламу на Amazon. Прошли мы курс, где-то полгода шла подготовка, выбрали нишу, нашли поставщиков, там сделали листинг. Вот, к сожалению, очень обидно, что Казахстан Amazon не регистрирует. Мы зарегистрировали этот листинг на нашего партнера из Южной Кореи. Все было готово. И тут приехали ко мне также те же партнеры из Кореи и предложили проект Atomy. Он совпадал по всем тем параметрам, которые были у меня. И вот так вот я и выбрал этот проект. Но так оказалось, к счастью, к большому счастью, что я оказался в команде Владимира и Мики. У меня было понимание о проекте, куда я пришел, куда я иду, но ожидания превзошли. И у меня, как у предпринимателя, просто был эффект вау. Чем больше я погружался в этот проект, тем больше я узнавал о компании, о ее планах, о ее амбициях, то тем больше мне было желание и понимание, что я в правильной компании и в нужное время. У меня нет навыка обучения, но благо то, что у нас есть наши партнеры, это Владимир и Мика, у которых четко поставлена эта система. И мы всячески стараемся людей отправлять на наши авторские тренинги, авторское обучение. У меня довольно-таки большой бэкграунд, а опыт он бесценный. И этот опыт я готов дать своим партнерам. Если у тебя есть цель, и ты готов идти к ней, то вместе с тобой мы можем усилить друг друга. Ведь веревка, скрученная втрое, становится крепче. Если ты готов изменить качество своей жизни и поднять на новый уровень, то я приглашаю тебя в свою команду.